Здравствуйте. Вика Пруцева, 6 лет, город Орел. На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Георгий Рублев, ко дню Великой Победы. Это было в мае, на рассвете. Нарастал день Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльном мостовой. У солдата Жанна стояла, детский рот перекосил испуг, а куски свистящего металла смерти муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец, и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И, погладив ласково ладонью, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир.